Всем привет, это Стас, и я продолжаю играть в Papers, Please. И в прошлый день на нас опять напал террорист, который взорвал опять охранников. И тут это называют халатностью предосмотра въезжающих, видите ли. Вот, и сменили директора в Министерстве въезда, и теперь будет ужесточена процедура въезда. Интересно, что это даст. Они все равно будут проходить, вы понимаете? У них всегда хорошие документы. Так, а кто-то к нам пришел в гости? Не, никто. Новый директор считает, что досмотр иностранцев проводится недостаточно тщательно. С сегодняшнего дня все иностранные граждане должны предъявлять описание внешних данных, в котором указаны вес, рост и особые приметы. Глава. Документы была обновлена. Слава Ростоцки. Так. Что мне теперь их вес и рост проверять у всех? Это долго. Ладно. Следующий. Точнее, первый. Доброе утро. Вот это панк. Так, у вас не хватает. А у вас все хватает. Есть палец. Как проверить палец? Иракез. 168-72. Так, стоп, а что это он поменял рост свой, а? Ладно. Таков мужчина, Great Rapid, совпадает. Два дня, транзит. Дата истечения сроков, да, есть. Хорошо, похоже, что все в порядке. Прямо через паспорт. Точнее, через бумажку поставить печать на паспорте. Довольно-таки интересный эффект. Здравствуйте. Так, вы приехали до 12.12. Так, до 12.12. Виза на въезд. Короткие кудри. Да, похож. У вас рост другой. Почему? Какое еще естественное отклонение, товарищ? Вы нам тут не рассказывайте про всякие естественные отклонения, тем более у вас не совпадают отпечатки пальцев. Что, не знаете, что сказать? Это как понимать? Фотография совпадает, ладно, не раздумывая, просто арестовываем. Вот так вот. Поддельные документы – это преступление. Так делать нельзя. Следующий. О, привет. Ну, я задержал еще двоих. Да. Десяточку. 5-5. Ой, опять мало. Ты обещал принести остаток. Зараза такая. Лучше б я с ним не сотрудничал. Здрасте. Иван Ровский, до 15-го. Так, хорошо. Палец я проверить не могу, у вас есть усы, есть вес 80 кг. Есть рост 173. Цункей, да, в импоре точно есть. В гости на месяц. Хорошо. Ой, если б я не взял себе взятку от Изика, я бы, наверное... никогда не смог бы нормально жить после вот таких ужесточений, потому что обработать вовремя изобразительное искусство, калечие, бородка, 78 кг, рост совпадает. До 9-12, это хороший документ. Дальше, работа на 2 месяца совпадает. Запады Грештин точно есть. Фотография. Все-таки совпадает. Так, Михаил Смартов. Стоп. Михаил. А тут был Саратов или... Нет, Саратов. Не Смартов, это точно. Это был Михаил, ладно. Так, Михаил Смартов. О, не совпадает. Вот так вот. Несколько разных. Доказывайте. Пробьем по базе ваше второе имя. Лжец. О. Вы знаете, нет, не получилось. Ладно, придется разрешить въезд. Так, стоп.
А, это мы уже проверяли. Я начинаю нервничать из-за такого количества вещей, которые нужно проверить. Так, Арстоцка. Я потерял личную карту. Хас Филипп. Нет, 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 нельзя. О, спасибо. Но я не пропущу. Разрешение у граждан. Ладно, 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 ладно. Ладно, ладно, ладно. Главное, чтобы ты был не террорист. Ой, так домой хочется. Одно нарушение могу себе позволить. Так, вы машиностроение. Держите карточку. Почему у них все время женщины только в машиностроении за заняты? Мария Лакшина, ух ты. Какое интересное. Интересное знакомое имя, да? Так, 15-12, работа на месяц. Работа на месяц, другой. Рост, вес. Давайте рост проверим. Да, вот эту штуку лучше перевесить сюда. Эту вещь лучше перевесить вот сюда. Женщина. Легко, калечие, опять калечие. Все из-за них. Я не знаю, я уже стараюсь их не ненавидеть, как-нибудь спокойно к ним относиться, но... Все равно неприятный осадок от общения с калечанцами есть. И никуда от него не деться. Так, Антерия, у вас нет личной карты. Внешние данные. Ага, о, я уже хотел поставить «нет». Так, короткая стрижка, вес 89 килограмм, рост совпадает. Хорошо, это вы забираете. Так, 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 Адриан и пара дней транзитом. Есть такое, Сандермера, мужчина, фотка совпадает, дата до совпадает. Так, 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 и еще что-то? Нет, все. Фух. Осталось еще две бумажки. Здравствуйте. Документ. Так, Антерия. Дарман Динара. Динара Дарман. В гости 3 месяца. Мы все усложняем. Это не мы усложняем. Это у нас все взрывают так часто. Так, у вас фотография не совпадает. Представляете себе? Года не пощадили. Ай. Я бы вам не поверил. А скорее не годы. Голова не пощадила. А, вот так. Вот так, вот так вот. Да, выходите. Следующий. Думаю, больше 10 человек мы больше не сможем обрабатывать каждый день с такой канителью, с этими бумажками. Так, Арстоцка. Тут она улыбается, а тут нет. Так, женщина Восточный Грештин. Бернтон точно есть в Арстоцке. 68 и 64 килограмма не совпадают. Вы перевозите их какую-то гадость. Ну, быстренько. Контрабанда? Оружие? Взрывчатка? Так, где же она ее спрятала? Ось она. Гранаты. Гранаты нельзя провозить. Задержать. Фух. Следующий день закончился. Ой. Ну теперь уже сильно париться по поводу того, что мы не заработали. О, Миндоходов конфисковало наши сбережения и начато расследование. Да, не попируешь теперь. Даже на лекарства сыну не хватает, все голодные. Соседи, у соседей. Проклятые соседи. Ну ладно, всем пока, вот, а следующий день посмотрим, в следующий раз.